Основная, очень большая часть проблем идет от телевидения, да, телелихорадка называется стихотворение. Из телепульта идол сделав тащись, кричи, что зацепило, и навалит и децибелов, и в окружении децибилов топчи осколки бисера. Инерция накоплена, питай с телевизора энергию от гоблина. Устроена ревизия, все лучшее в утиль, заветы телевизора, твой бог, твой мозг и стиль. В кино всегда в крови заря, в вестях менты герои плюют из телевизора в компоты во второе. Трагедия из мизера, из мухи слон и моська. И жертвы телевизора бегут из Комсомольска, бишкекских сел, Киргизия, в столицу и на запад. В тисках у телевизора, раздавливаясь за год. Высоцкого и Визбора сменили суррогатом. Диджей из телевизора, патологоанатом. А сейчас... Сейчас и рэп. Слышно хорошо барабан? Нечерпаемые темы, мозги микросхемы, обывательство конвейеры системы, ниппель, братья во Христе мы. Но кем бы ты ни был, хоть архангелом с нимбом, ты кому-то лишь прибыль. Куда вас отцивили? Нация на гибель, ваша цивилизация обречена. Потребитель как тела, что жалить начала, как чума, колбаса, ветчина в клетке евро. Кухни пока не протухли, и новые туфли, куль бабла, кошелька, дорогие шелка и шака, должность и вкус шашлыка. Вот в тайне предел мечтаний, ячейки общества, чеки из магазина, как билеты в ковчеги, и в рай без бензина. Ищейки мусора, как трясина, запустив рекламу, заменяют вам маму и папу по этапу в Гуантанамо, найдя только повод их отправить, готовят. И не остановит никто, ведь чиновников банду, пропаганду, стукачество — это признак силы и качества великой империи, где стерта начисто мораль, непокорность, где кто побогаче стал, не видит в упор нас и не жмет на тормоз, мчась на пролом по головам под крылом, держа денег рулон. В гастроном по утрам, заходя словно в храм, этот гном в одном лишь твердит, как кредит погасить, обродить, соблазнить дорогими машинами, петушиными понтами. Ему нищих не жалко, попрошайку любого он в мажайку посадил бы давно. Блеснув оперением, он идет на говно, он идет нога в ногу со временем. Сущность власти по Фрейду. Врасплох сейчас будет застигнут, царство ему да небесное, старый наш дедушка Зигмунд. Но сентиментом не место, и провел я сам психоанализ властей и других ниженазванных. И вывод, что те, кто зазнались, враги, и что где-то есть язва в них, теории Фрейда сродни. Народ, если кем-то не признан, сублимации вижу одни, и страдает он нарциссизмом. Дураки о величии мнимом твердят нам за жалкие центы, и неосознанно строят они нам социальный небоскреб импотенции. Таят они с детства обиду, срывают потом все на ком-то, выпускают разврата либидо, превращают в путану Джоконду. Дорвавшись к рулю, наконец-то, словно Венеры сняв пояс, без памяти вражий инцеста извращает весь мир, не опомнясь. А не страдало бы общество в целом, тем описал, что мазох, было оно бы бесценным, властей атавизм бы отсох. Потребительские ценности мы гоним вдали, не за награды и медали. Прогоняем иллюзии, основанные на капитале, и прочие аномалии, как оккупантов гнали. Пожарский, смененным нам уютно и в глиняном домике. Минимум условий достаточно, все, что необходимо нам, не измеряется в долларах. Нуждается в донорах, понимание и добра, но в отношениях большинства зияет черная дыра. Из помойного ведра они взяли свои чувства, я ногами топчусь во всех буржуйских мечтах и отродьях гламур. Не боксовая культура, не банков агентура, не менты, не мода дура. Наше счастье создают, наше счастье не зависит от курсов валют, показателей биржи, экономики вампирши, от современных тенденций, диджеи и мегаденсы, банкиры, миллионеры, нам не кумиры и не примеры. Здравствуйте, Гутен Морген, репутацию им подпортим. Ни ордер, ни орден не нужен нам гордым. Прицельные верлибры, пули крупного калибра. Вот это мой метод, я не институтский препод. Я знаю, как крепят за правду и свое мнение. Тем не менее, окружающий гадюшник и муравейник, хочу разоблачить, как поэт-проповедник и как веник. Вымести грязь и мусор из дому. С
зная истину, что планета наш дом и что к чистому миру, в просторную квартиру грядущие поколения должны привести мы не горбатые спины видеть, а лица счастливых детей на природе гордиться, что спасли последних белька, с нервой жить в согласии, в гармонии с планетой смертной. У меня еще есть листовки в поддержку анархического Черного Креста. В том числе эта организация занимается тоже химкинским делом, защитой Леши Гаскарова, Максима Дениса. А вообще анархический Черный Крест это организация, которая в целом занимается поддержкой заключенных, анархистов, экологов, антифашистов. Вот, если кому интересно, возьмите у меня листовки. Ну и еще одна песня в таком же стиле. А потом сейчас я спустя. Чади ада, мода — это пастух для стада. Она вертит людьми до полного распада, где интеллект раздолбан, она вяжет толпом почти все, что угодно, проникая в окна и в щели, все двери вышибая на таран. Она опытный ветеран, бесполезно идти в храм к докторам. Мода. Мода — это тиран, кровавейший, страшнейший, а цель миссионерша, тупение, эпидемия. Гипноз тайне делая, она хуже любого демона. Целый день она и ночами с палачами плетет по паутины, последствия необратимые, нереальные картины, коих, если не достигнул жертва стимул своей жизни, теряет существуя, подобно ишаку. На каждом шагу найдется моды пленник, боящийся полемик, но жаждущий денег, чтоб в его портфеле Рокфеллер трофеи оставил. И профею по фене базарит, ходит летом в шапке, зимой в бескозырке, как будто в цирке. Зовется мазафакером, хоть учится на юрфаке он, но сердце факелом не горит, в нем нет чувств. Хочет роскоши Клеопатры, шапку из андатры, домашние кинотеатры, до истерики растеряна система стереоквадра, чтоб электрошвабра стерегла стерильность, стадный стиль из 25-го кадра, вживленный в мозговые рецепторы, чтобы церберы охраняли его дом, где сплошной террариум мечтает о Феррари. Он многолимым фраером остается и понторезом, пока здравым интересом и духовным прогрессом не займется серьезно и не вспомнит о добре сам, шлифуя свои десна. Спасибо всем. Меня зовут Павлик. Спасибо. Барабанщик Женя. Спасибо ему огромное. А? Павлик зовут.